Первые республиканские сельские юношеские игры стартовали в Акмолинской области. Торжественное открытие состоялось в Ледовом дворце «Бурабай». В играх примут участие более 300 спортсменов из 8 регионов Казахстана. В Кокшетау за звание лучших борются лыжники, хоккеисты и конькобежцы. В Щучинске пройдут соревнования по биатлону и спортивному ориентированию. Игры продлятся до 15 декабря. С сегодняшнего дня уже с утра начались игры. Уровень неплохой, показали ребята. У нас участвуют 7 команд, представители 7 областей. Это такие области, как Акмолинская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, Кустанайская область, Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область.